Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе «В центре внимания». Здравствуйте, у микрофона Шхадаца Ибназарова. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова поговорим с вами о том, что важно. Вывоз и торговля людьми с целью эксплуатации превращаются в Таджикистане в долгосрочные явления. Не изжиты до сих пор последствия гражданской войны. Ослаблены правосознание людей. Наблюдается устойчивая связь между бедностью, в особенности в сельских районах, и масштабами торговли людьми. И хотя правоохранительные органы заявляют, что в республике намечается уменьшение случаев торговли людьми, проблема по-прежнему остается актуальной. Тему продолжит Мехрангиз Турсунзаде. В начале января в Душанбе по подозрению в торговле людьми были задержаны 40-летняя жительница района Рудаки и 37-летняя жительница Вахского района. Как стало известно, они вывезли в Дубай, в Объединенные Арабские Эмираты, 23-летнюю жительницу района Хурусон для сексуальной эксплуатации, при этом заработав более 60 тысяч долларов. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Еще 5 лет назад фактов торговли людьми было 200 случаев. По итогам 2015 года в республике было зарегистрировано 59 фактов. Последняя статистика у министра внутренних дел Таджикистана Рамазана Рахимзода. В 2015 году министерство зарегистрировало 59 случаев, из них 13 случаев кражи людей, 15 случаев привлечения людей с целью эксплуатации, 15 случаев торговли людьми и 2 случая организации незаконной миграции. Власти утверждают, что уменьшение случаев торговли людьми произошло благодаря судебному преследованию торговцев, расширению информационных кампаний по осведомлению населения об опасности стать жертвами работорговли. За последние годы трудовая миграция, с одной стороны, стимулировала рост мобильности населения Таджикистана, с другой стороны, стали развиваться техники манипулирования людьми, в том числе криминальное перемещение и торговля людьми. Мужчины из Таджикистана попадают в условия принудительного труда в сферах строительства и сельского хозяйства России, рассказывает Нумон Субиров. Он недавно вернулся из России, сейчас подрабатывает на душанбинском рынке. Я работал в Краснодаре. Нашу фирму закрыли из-за кризиса. В это время нам предложили работу. Она была нелегальной. Мы согласились. Наши паспорта забрали, и мы были вынуждены работать днем и ночью. Нас только кормили, и все. Однажды пришла милиция на проверку, и мы им все рассказали. У нас не было сил больше так работать. Вынужденная трудовая миграция является основным фактором торговли людьми. Практически все случаи проходят по одному сценарию. Граждане Таджикистана приезжают в Россию, где сталкиваются с проблемой легализации статуса, после чего начинаются проблемы. По словам эксперта по вопросам миграции Шухрата Латифи, таких случаев в Российской Федерации тысячи. Основная причина – необращение граждан, силовые структуры, случаи попадания трудовой рабства является незнание языка. Второе, те люди, которые пользуются их трудом, посредники, рабовладельцы, в основном они бывшие наши граждане, которые сейчас имеют гражданство Российской Федерации, просто угрожают им депортации. Люди боятся того, что если будут депортированы обратно на родину, то они не могут обеспечить свою семью. В настоящее время вывоз и торговля людьми с целью принуждения к труду многократно превосходит торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации. Однако можно ожидать развития торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, включая его институты, инфраструктуру, маршруты, так как заметно растет спрос на секс-услуги, говорит эксперт Рафаат Бабоева. В основном у нас Дубай идет, там больше офшорная зона, они попадают туда, там проблем нет. Опять же, история идет от того, что девушки идут не из благополучных семей. Но есть обман в том, когда девушка приезжает в отдаленных районах и попадает к ним, это тоже есть. Фактор продажи новорожденных детей также остается немаловажным для Таджикистана. В 2015 году было зарегистрировано 14 фактов продажи детей. Цена за новорожденного ребенка составляет $500. Вот что сказал нам на условиях анонимности сотрудник управления по борьбе с организованной преступностью. В основном это молодые женщины, которые заводят детей вне брака. Родив ребенка, просят избавиться от него.
Покупатели – это обычно супружеская пара, у которых нет детей. Они покупают младенцев с целью усыновления. И все же, несмотря на все предпринимаемые меры, торговля людьми продолжает существовать. Административные и карательные меры уже использованы. Рынок пошел в подполье, в результате чего усложняется его выявляемость. Таджикское общество не готово противодействовать торговле людьми и больше всего надеется на государство и правоохранительные органы. Мехрангез Турсунзода, Душанбе. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете позвонить на наш номер 44-640-1011. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона работала Шахадация Ибназарова. Наши радиосюжеты и статьи вы можете найти на нашем сайте в интернете www.iwpr.net или www.kabar.asia. А также на Фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку IWPR Таджикистан. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова с вами поговорим о том, что важно.